Скажите, так вывозите стройматериалы, да? Что? Вывозите стройматериалы, да? Ну, это запчасти. А, запчасти. А стройматериалы не вывозят? Ничего нет. Нет, то есть стройка будет продолжаться? Мы только что не знаем. Ага. Строителям можем сделать. Работы, я не знаю, идут, не идут. Здравствуйте. Алло. Скажите, а работа продолжается здесь строительная? Я там не официально вам не буду ничего. Хорошо. Скажите, а вот насчет рабочих, что все уволятся, что ли? Все уволены? Новый. А кто может прокомментировать? Мраморный пол. Это второй этаж. Стройматериалы все на месте. Вот такой вот вид открывается. Колонны. Здесь колонны. Бассейн. Это бассейн? Ничего себе. Бассейн. Покрытие такое, да, соответствующее. Это не скользко было, когда выходишь, мокло. Ступенечки. Смотри, так в бассейне плаваешь, да, с видом на море. Баня что-то строилась. Что здесь? Душ? Тут еще не закончишь. Проводка, да? С утеплением. Скажите, а вы здесь просто гуляете, да? Да. Пришли погулять, узнали, что открытая резиденция. Да. И как вы здесь? Люди, не знаю, уже много лет сюда приезжали, пока можно было. Угу. Отдыхали. А когда закрыли, вы не посещали, да? Нет. Угу. Теперь, когда услышали, что открыли, а вы откуда? Мы из Севастополя. Севастополя, да? Теперь будете часто сюда приезжать? Ну, по возможности, если вы пускать, конечно.